О детях и их родителях.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Дарья Тимощук. Спасибо за то, что присоединились к нам сегодня. И сейчас мы поговорим о том, что же происходит сейчас во время пандемии, да, на рынке образования. И в частности, наша сессия посвящена рынку обучения иностранным языкам и подготовки к экзаменам. И на данный момент многие говорят, что для бизнеса, который предлагает онлайн-обучение по предметам школьной программы и для репетиторов, закрытие школ открыло новые возможности. Но давайте посмотрим, так ли это. Мы поговорим о том, как выживают сейчас репетиторы и проекты по обучению языкам и по подготовке к экзаменам в текущих условиях кризиса. И посмотрим на примерах наших гостей, как трансформируется этот рынок в текущей ситуации, что помогает его участникам остаться на плаву. Итак, я хочу вам представить нашего первого спикера нашего круглого стола. Это Александр Лариновский, основатель и генеральный директор компании Skyeng. Skyeng – это самая большая онлайн-школа в России и в Европе. Их основное направление, не единственное, но основное – это онлайн-школа английского языка на собственной технологической платформе Vimvox. И на данный момент у них 11,5 тысяч учителей и 100 тысяч учеников. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Добрый день. И расскажите нам, пожалуйста, для начала, что происходит сейчас с Skyeng с точки зрения того, что с начала карантина все офлайн образование перешло в онлайн. И как вся эта ситуация отразилась на вас, как изначально языковой онлайн-школе? То есть, с одной стороны, вы должны были выиграть на притоке клиентов, так как клиенты переходят в онлайн, да, но с другой стороны, наоборот, возможно, стало сложнее из-за падения доходов родителей, а также из-за возросшей конкуренции, так как, в принципе, все языковые школы в стране сейчас перешли в онлайн. И должна была очень сильно возрасти конкуренция и разнообразные предложения и в плане цен, и в плане продуктов. Расскажите, пожалуйста, что у вас сейчас происходит с этой точки зрения. Слушайте, ну, мне вот все эти 2 месяца вообще очень стыдно отвечать на вопрос, как дела, потому что у нас нет второй стороны, у нас пока только первая, у нас пока какой-то безумный рост идет, я имею в виду с точки зрения бизнес-показателей, потому что там наплыв трафика не монетизирован, наверное, считать бессмысленно. При этом, ну, то есть есть, конечно, прямые показатели, у нас там резко выросло число и детей, и взрослых, кто пришли учиться английскому и математике. И там, наверное, та беда, которая коснулась офлайновые языковые центры, языковые школы, видно по показателю, что у нас сейчас порядка 35 тысяч заявок учителей, желающих прийти к нам работать. То есть это те люди, которые остались без работы в офлайновых центрах, ну и им, наверное, сейчас тяжелее, чем подавляющему большинству других отраслей, потому что для них всегда, ну, весна – это был период накопления некоторого слоя подкожного жира, чтобы потом пережить лето, и у них не было ни весны, и не будет лета, и им жить вот таким образом, там, как минимум до сентября, и мне кажется, что будет достаточно тяжело. Вот, ну, то есть, а у нас поменялось очень многое, то есть, кроме количественного роста, у нас сильно поменялись запросы и поведение пользователей. Взрослые внезапно начали учиться интенсивнее. Вот, это я не списываю на то, что на карантине делать нечего, я скорее это списываю на то, что большинству взрослых сейчас пришла в голову мысль, что надо декапитализироваться, и по изменению запросов это видно достаточно четко. То есть, если раньше язык был, в общем, в массе своей больше для фана, для такого саморазвития, то сейчас огромное количество, ну, то есть, в смысле, в долях клиентов начинает говорить о том, что им это нужно для работы, чтобы удержаться на работе, чтобы найти какую-то новую работу. И у родителей, на самом деле, точно такое же изменение.
Если раньше их интересовали в массе свои оценки, ну, то есть ребенок приносит домой тройки плохо, пятерки хорошо, все очень простой критерий, то сейчас родители увидели, что они не понимают, что на самом деле дети учат. То есть они это, правда, списывают на то, что дома учиться неэффективно, вот, но там, мы же понимаем, что проблема в том, что они реально не перестали понимать, что дети знают, что не знают, и поэтому у них запрос сейчас звучит примерно так. Поймите, что ребенок не знает, и исправьте это. Это прям видно как большой тренд. Вот. Ну и последнее, мы 31 марта мы были школой имени там, двух предметов, имени английского, математики. 7 апреля мы оказались школой, у которых там, все школьные предметы с 1 по 11 класс. И там за 6 недель мы сделали проект, который вот, там, на, вчера набрал чуть-чуть меньше 3 миллионов учеников. Вот, поэтому кто мы теперь, нам теперь предстоит только понять. Очень круто, конечно. То есть только порадоваться за вас. Да. Вот, кстати, помимо запуска новых предметов, то есть, так понимаю, практически все линейки школьных предметов, какие еще продукты вы успели запустить за время пандемии? Вот, в частности, я знаю про продукт Sky Smart. Возможно, что-то еще можете поподробнее рассказать. Ну, вот как раз про SkySmart я и говорю. То есть мы поняли, что цифровая безграмотность детей, родителей и учителей, я вот именно в этой последовательности настаиваю, вот, говорит о том, что нужно бросить все попытки построить звездолет, и нужно собирать, там, не знаю, мы это называем автомат Калашникова. То есть супер простейшее решение все выкинуть, вообще выкинуть все, сделать так, чтобы это было там два, ну, максимум там 5 кликов мышки, и все, и эта штука должна работать. Вот. И это оказалось единственным правильным, как нам сейчас кажется, решением, потому что реально, ну вот, я все время провожу аналогию, там 100 лет назад, там 95% населения России умело вместо подписи ставить крестик на бумажке, да, то есть это был максимум грамотности, который они могли себе позволить. Вот. У нас сейчас ровно та же самая там цифровая грамотность, и поэтому решения, которые сейчас надо делать, они вот касаются ровно этого. Мы запустили еще сейчас экспериментальный проект, связанный в большей степени со софт-скиллами. Вот. Пока вот, ну, им реально там примерно неделя, пока сложно говорить, насколько они выстрелят, но запрос от детей и от родителей на внешкольные предметы сейчас выглядит очень большим. Там, ну, там, от Майнкрафта там, до коммуникационных вещей, там, как правильно знакомиться и дружить. Замечательно. Давайте мы продолжим наш, мне кажется, очень интересный диалог. И я хотел бы сфокусировать внимание на теме иностранных языков. Прозвучало уже у Александра, как трансформировалась их платформа, расширяя линейку. Но сейчас давайте посмотрим поглубже на все-таки ситуацию с языками. Я хотел бы предоставить слово Оксане Евербаум. Ее компания – это крупнейший методический центр, который эксклюзивно продает учебные материалы издательства «Образовательная компания» с методической поддержкой учителей учебных центров. Что сейчас происходит с репетиторами? Как изменился, с вашей зрения, рейтинг репетиторства, рынок репетиторских услуг в условиях пандемии? Добрый день. Когда в начале апреля стало понятно, что онлайн переход неизбежен, говорили о том, что как минимум половина российских учителей боятся перехода в онлайн или вообще не готовы к нему. По разным причинам, включая вот эту технологическую безграмотность. Да? Но, к счастью, учителя английского языка, репетитор, который, во всяком случае, зарабатывает репетиторством, для них эта проблема не стояла. Учителя английского репетитора с технологиями
слава богу, знакомы. То есть для них это не было чем-то новым. Поэтому, наверное, оказались в более таком выгодном положении, чем какие-либо коллеги из других дисциплин. Я имею дело с репетиторами, которые занимаются с младшим возрастом, со школьниками и младшими школьниками. И основной вызов был для них, конечно, в переложении материала для онлайн-уроков, потому что обучение маленьких детей – это интерактивный очень мультисенсорный процесс, да, и с этим возрастом все в такой движухе происходит интерактивно, и организовать это онлайн достаточно большой вызов. Что я могу сказать вот учителя о репетиторах, с которыми, значит, общаюсь? Потеряли они часть учеников все, но учителя, которые работают по какой-то готовой программе с методической поддержкой, они совсем в таком вот одиночном плавании, да, конечно, им было проще. Это я вижу из обсуждений тоже в многотысячных вот этих сообществах, в соцсетях учителей-репетиторов. И на примере Letterland что мы сделали с самого начала? Мы такую поддержку им дали. То есть издательство Letterland International сделало доступ бесплатный к своим онлайн-ресурсам, мобильным приложениям, и мы помогли информировать родителей, чтобы их побыстрее установить. Да? И создали специальный раздел на сайте с дополнительной методической поддержкой учителей вот для каких-то активитис в онлайн. И многие наши учителя оказались в выгодном, вот учителя именно Young Learners оказались в выгодном положении, потому что они уже использовали мультимедийные пособия на своих уроках и были знакомы с этим софтом, да, узнали, как его использовать. Их ученики были с этим знакомы, и поэтому им это позволило, во всяком случае, с чего начать, оттолкнуться, перейти в онлайн. Что я слышу от репетиторского сообщества, какие боли? Потери среди учеников есть, но фактически у всех есть все равно работа. Репетиторы все остались с куском хлеба. И если в апреле был какой-то провал, то постепенно он сейчас восполняется, потому что уже закончился учебный год, а нагрузка с онлайн-обучения школьного, которое предотвратило многие семьи от дополнительных занятий, они отказались, была непосильная, она сейчас закончилась, и родители возвращаются в доп. Образование к своим репетиторам. А с дошкольниками потери из-за неготовности вот родителей были из-за их опасений еще, что у экрана маленьким детям сидеть вредно, и вот какая-то часть родителей от этих услуг онлайн-обучения отказалась. Но среди именно вот нашего сообщества такие потери все же минимальны, потому что вот это вовлеченность в процесс и учеников, и родителей, и семьи хотят держать связь с этими преподавателями. И мало того, уже появляются новые ученики, потому что родители увидели, что это возможно заниматься вот с этим юным возрастом онлайн, и есть такой запрос, да, то есть это такой позитивный тренд для рынка репетиторских услуг для детей младшего возраста, он точно будет вот развиваться сейчас, и нужно к этому готовить учителей вот в дистанционной работе эффективно с младшим возрастом. Мы вот этим уже занимаемся. Пожалуйста, а для самих репетиторов, насколько я знаю, вот у вас около 500 подключенных к вашей методике репетиторов, то есть вы общаетесь с огромным количеством репетиторов, насколько им самим было сложно переходить на онлайн-формат? То есть примерно какой процент просто морально и технически оказались не готовы к этому и просто отказались? Или вынуждены были фактически все перейти, потому что что-то надо есть? Фактически все были вынуждены перейти, потому что что-то надо есть. И, в общем-то, вот с нашей методической поддержки я бы сказала, что, наверное, процентом 80 удалось не потерять учеников. Я сказала, учителя были готовы, многие семьи оказались не готовы. Ну, просто и технически, и морально, да, вот с этим вот, в связи с тем, что мы работаем с младшим возрастом. Но мы еще работаем... Да. А как чувствуют себя маленькие языковые центры? То есть у вас в этом учебном году было подключено 29 языковых центров, да, вот помимо репетиторов. Как у них произошел этот переход и с какими трудностями они сталкиваются? Есть ли какие-то отдельные трудности по сравнению с тем, что переживают репетиторы? Конечно, есть отдельная трудность, прежде всего, у языковых студий. Да, это аренда помещения. Это отличие от репетиторов, которые работают из дома. То есть, потому что, ну, практически как любой малый бизнес, они потеряли там от 50 до 70% выручки. Из-за тех же причин, что ученики отвалились, потому что родители не смогли обеспечить технически или материально эту часть в это время образования, либо школьная программа была настолько,
ну, overwhelming, настолько напрягла родителей, что как бы было не до доп. Образования. И как бы вот эта вот проблема такая вот с переводом в онлайн для центров возникла. Но многие центры являются мультидисциплинарными. Так вот, в основном эти маленькие центры, они всегда предоставляют, ну, еще какую-то услугу, какой-то развивашки для детей, дополнительную математику, каллиграфию. Так вот, они сейчас выживают все за счет онлайн-обучения английскому детей младшего возраста, потому что у них есть готовая программа, есть наша методическая поддержка, и они смогли эти уроки перевести. А от других дополнительных услуг пришлось на время сейчас отказаться. Как мы еще помогли в дистанционном, в организации вот переложения дистанционки? Мы в начале карантина создали методическую такую рабочую группу из учителей разных регионов, потому что регионы закрывались на карантин постепенно. Если учителя в Москве и Подмосковье уже начали работать, то там в Кургане еще не начали. Мы обменялись вот этими первыми инсайтами и подготовили учителей, дали как бы такую информацию, что им уже ожидать. И поэтому как бы вот те трудности, с которыми столкнулись, они преодолели. То есть технические трудности, которые их могли ожидать, какие ресурсы лучше, какие наши, латерленские ресурсы лучше использовать, какие другие. И самое главное для центров был челлендж организовать групповые занятия. В группах у нас маленьких детей там до 8 человек, 6-8 детей. Организовать эффективное групповое занятие с младшим возрастом в количестве 8 человек, это достаточно сложно. То есть мы сразу рекомендовали, вот, и центры перестраивали свое расписание так, чтобы группы стали по 3-4 человека. И еще интересно, что Санпин не зря рекомендует, в этот раз мы с ним очень согласились, короткие уроки, да, для младшего возраста 20-30 минут не зря, потому что онлайн-урок – это другой урок. Соответственно, планировать сразу стали уроки в соответствии вот с таким требованием. Но есть и плюсы во всей этой ситуации, что интересно, отмечают вот центры, что родители стали вовлеченнее, дети стали, ну, как бы лучший результат показывать. Родители видят, как проходят занятия, растет уровень доверия, и больше родителей стали брать второй курс для второго ребенка в семье. Ну, плюс еще методисты могут подключаться к урокам, соответственно, видеть, как проходят уроки, качество как-то контролировать. И даже удалось снизить расходы на групповые занятия, то есть там, где занимается меньшее количество детей. Вот такие вот, инсайты. Спасибо большое, Оксана. Дорогие слушатели, не стесняйтесь писать вопросы спикерам в чате. Мы в конце постараемся оставить несколько минут на то, чтобы ответить на ваши вопросы. А я хочу представить вам следующего спикера. Это Максим Сигал. Надеюсь, правильную фамилию произношу. Директор по развитию компании Maximum Education. Основное направление деятельности компании – это подготовка к школьным экзаменам. Также у них представлены разные направления, то есть разные школьные предметы, диджитал-навыки, soft skills. Но все-таки, насколько я знаю, основной процент учеников – это именно подготовка к экзаменам. И до пандемии во всех группах в компании Maximum Education практиковалось смешанное обучение. То есть часть процесса строилась офлайн, и часть обязательно онлайн. Примерно, как ты знаешь, 60% примерно онлайн, и примерно 40 онлайн. 60 офлайна, 40 онлайна. И у компании 5 своих филиалов и 25 франчайзинговых в России, Беларуси и Казахстане. Максим, расскажите, пожалуйста, как у вас прошел переход полностью в онлайн-формат, с какими сложностями вы столкнулись за это время? Да, здравствуйте всем. Пожаловаться не получится и рассказать, что мы действительно столкнулись с драматическими сложностями. Столкнулись с задачей, непростой задачей, но при этом команда отлично с ней справилась, поэтому сложность она не превратилась. У нас и до пандемии были онлайн-группы и онлайн-продукты, мы активно развиваем онлайн-направление, не только на уровне смешанного образования, но и, в принципе, в Netto Pure Online, так называемый. Поэтому перед нами стояла задача просто перевести учеников, которые привыкли приходить один раз в неделю в класс, на это же занятие приходить в онлайн. Заставило нас немножко изменить продуктовые вещи, которые с точки зрения подхода к онлайн-занятию вот именно в таком формате. Достаточно быстро получилось отреагировать, и мы
не понесли каких-то значимых, существенных потерь, вообще, которые можно было бы там, чувствительно говорить и обозначать как сложность. Наоборот, так же, как Александр говорил в начале, мы чувствуем рост, и рост как возможностей, так и рост вообще, в принципе, готовности рынка к онлайну как таковому, что он не может не радовать, потому что выглядит как один из векторов развития и выглядело и до пандемии также. Поэтому мы перешли достаточно спокойно, родители, дети отнеслись спокойно и с пониманием. Кроме того, для нас основным приоритетом было качество того, что мы даем нашим ученикам. Сделали на этом отдельный дополнительный фокус. И нам кажется, что качество могло даже возрасти, а не только сохраниться и не уменьшиться. Поэтому сделали еще много дополнительных проектов в онлайне, которые позволят и позволили и помочь с одной стороны, и с другой стороны подтвердить имя и бренд эксперта, а не просто еще одну компанию. Подскажите, пожалуйста, Максим, а вот объем онлайн-услуг да, и сохранившихся клиентов, он сейчас позволяет центрам выживать, оплачивать аренду? Ну, насколько вот, в целом нормально чувствуют себя ваши центры? Или пока это вот, лишь бы сократить убытки, да, и ситуация пока не ясная? Я попробую ответить простыми вещами. Мы продолжаем и расширяем рекрутинг, мы продолжаем и расширяем разработку, продолжаем и расширяем новые продукты, и кроме этого запустили несколько бесплатных проектов, запустили большое тестирование, которое включило в себя ОГЭ, ЕГЭ и ВПР в онлайн-формате, через которую любой школьник мог пройти бесплатно и провели 300 тысяч таких тестирований, немножко больше, но ограничимся этой цифрой. Запустили большой проект с Mail.ru Group и ежедневно по 11 предметам для всех классов проводили онлайн-занятия, которые должны были помочь и поддержать немножко школьников, которые оказались в непростых ситуациях с непонятным, как сейчас продвигаться в онлайне. Поэтому, ну, если это можно назвать таким выживанием, позволяет ли это нам оплачивать аренду, думаю, что скорее да. Хорошо, вопрос, спасибо. А можете того, как организована деятельность просто. Хорошо, спасибо, Максим. Подскажите, можете чуть поподробнее рассказать про этот проект с Mail.ru Group? То есть где проходили вот эти вот уроки, что из себя представлял проект, сколько учеников подключилось? Да, проект, в принципе, был построен и основан на том, чтобы не пытаться встроить ученика в новые какие-то для него системы, непонятные, непривычные, и к которым нужно привыкать в условиях, и так для него не самых идеальных, когда он привык заниматься в классе, а сейчас вынужден заниматься в онлайне. Поэтому мы сделали совместно с Mail.ru все это на платформе ВКонтакте и Одноклассниках, то есть то, что действительно привычно, да, каждому ученику, они проводят ВКонтакте громадное количество времени. Поэтому мы сделали просто большие группы, в которые каждый школьник мог подключиться в определенное время и в соответствии со своим классом продвигаться по урокам, живым урокам, не записям, не просто доступу к материалам или нарешиванию заданий, а к живым урокам с преподавателем, на которых он проходил ту часть школьной программы, которая сейчас для него актуальна. Понятно, что невозможно попасть на 100% в каждый класс, каждую школу, каждый день с ее отклонениями, да, от глобального графика, но была такая возможность, и в итоге 36 миллионов просмотров
у онлайн-школы. Мы считаем это значительным результатом. Надеюсь, что это было, уверен, что это было полезно для учеников. Кроме этого, мы сделали некоторые расширения с несколькими городами. Самый такой, наверное, яркий кейс – это кейс того, что мы сделали совместно с Волгоградом. Как городом мы подключили все школы города, кроме того, чтобы дать им возможность смотреть эти стримы. Мы подключили их еще к нашей онлайн-платформе, LMS-системе, в которой мы ведем свои занятия и управляем фактически образовательным процессом. И дали возможность преподавателям, учителям, администрации и вообще, в принципе, всей системе образования локальной получить все результаты того, что делают ученики, что они смотрят, что не смотрят, что решают, что не решают, добавить это заданиями и ответами и результатами, ну и, соответственно, получить полный срез того, насколько эффективен был этот образовательный процесс. Спасибо большое, Максим. Пишите вопросы Максиму в чат, мы их обязательно зададим. И я хочу вам представить нашего четвертого спикера. Это Илья Сазонов, блогер и создатель онлайн-школы подготовки к ЕГЭ «Хинструктор». Школа «Хинструктор» занимается групповой онлайн-подготовкой к ЕГЭ по истории, обществознанию и русскому языку на данный момент. Запустились они прошлой весной. И немножко цифр. Вот в сентябре прошло, их было 300 продаж в месяц, 10 кураторов и 2 предмета. По состоянию на май, на данный момент 1000 с небольшим продаж в месяц, 25 кураторов и 3 предмета. Илья, привет. Расскажи, пожалуйста, как у вас проходит подготовка к ЕГЭ в этот период? Как меняется спрос и предложение? Какая конкуренция? Что вообще происходит сейчас на рынке подготовки к ЕГЭ? Ну, что происходит на рынке подготовки к ЕГЭ? Мне кажется, тут надо выводить дискуссию и с Максимом, и уже с Александром, потому что они в этом рынке уже тоже сидят руками, ногами и барахтаются в нем всем телом, вот раздавливая маленьких игроков вроде меня. Вот. Но рынок ЕГЭ – это интересная вещь, потому что на самом деле очень многие репетиторы, я здесь, наверное, представляю такой небольшой бизнес, да, они попытались сохранили своих учеников, мол, ну, ребят, давайте уж дозанимаемся онлайн, ну, то есть мы с вами занимались офлайн, вот случилась такая беда, уж в скайпе или в зуме мы с вами позаниматься можем. Вот. И многие центры, да, учеников перевели, потому что ЕГЭ вроде бы всем сдавать надо. Вот. И в этом смысле сейчас, я думаю, что для офлайна ситуация пока еще не катастрофическая. То есть, ну, за исключением аренды, да, потому что аренда как бы идет в холостую, и непонятно, какой будет набор в сентябре. Но мне кажется, что пандемия, как раз вот Максим об этом сказал, начинает двигать спрос в онлайн, и аудитория, ну, гораздо больше начинает быть готова к онлайн-урокам. И здесь возникает такая штука, что модели офлайна не работают онлайн. То есть нельзя, вот если вы офлайн-центр, и вы перешли в онлайн, и вы делаете все то же самое с тем же самым чеком, с тем же подходом, вы учеников не наберете. Ну, то есть вы, может, их наберете, но как только они узнают, что есть другие онлайн-школы, они от вас бегут. Вот, поэтому точка вот этой бифуркации, я думаю, что она не сейчас наступит, она наступит в августе, в сентябре, когда начнется борьба за новую волну спроса, и люди уже будут всерьез оценивать, куда им идти, офлайн или онлайн. Вот, потому что средний чек и офлайн, и онлайн, если мы берем не Москву, а какие-нибудь малые города, ну, малые города, там, я утрирую, то есть не многомиллионные города, а 500 тысяч, миллион, то средний чек на такие услуги примерно одинаковый. Но только вот в онлайне образовательные центры, репетиторы, либо небольшие курсы могут предложить сильно больше, чем офлайн-центр. Это вот то, что я вижу именно по спросу. А так, я вот могу сказать по себе, что к данному моменту, к концу мая дети просто устали, они уже ничего не хотят вообще. Они покупают уже по инерции, чтобы дотянуть до ЕГЭ, но видно, что они просто деморализованы вот всей этой историей,
которое организовало Министерство просвещения с переносами и неадекватностью в публичной повестке. Хорошо, спасибо, Илья. Спасибо. Следующий наш вопрос, в принципе, вопрос сейчас будет ко всем. Да. Удается ли сейчас представителям сферы обучения языкам и подготовки к экзаменам получить какую-то господдержку? И если удается, то есть ли от нее толк в текущих условиях? Кто-то что-то может на эту тему рассказать? Или вот... Кто... Пожалуйста. Окей. Давайте. Ну, смотри, да. Ну, до сего момента поддержки нет. Ну и, собственно говоря, наверное, нам было бы там скорее там сейчас... Ну, и так все хорошо растет. Вот. С господдержкой всегда это двусторонняя монета. Да? С одной стороны, ты можешь получить какие-то деньги, с другой стороны... По нашему опыту, практически всегда стоимость этих денег очень сильно дорогая. То есть ты тратишь бесконечные усилия на то, чтобы заполнить огромное количество бумаг, вот, и еще больше усилий на то, чтобы по ним отчитаться. И там, простите, но мы сейчас видим по тем выплатам, которые делает государство, что там все очень негладко, там даже на супер востребованных медиках. Поэтому хотелось бы, чтобы эта история была действительно упрощена, чтобы молодые игроки, которых мы пытаемся задавить никак не можем, могли что-то получить. Хорошо, спасибо. Оксана, пожалуйста. Ну, поскольку я имею дело с репетиторами, большинство из которых ИПшники, все, что им полагается, это МРОТ. Ну, в общем-то, большинство из них подали эту заявку, она достаточно просто оформляется там через налоговую, но пока еще никто не получил, потому что все это случилось после майских праздников. Что касается языковых центров, то в основном они имеют образовательную лицензию, дополнительное образование у нас попадает в эту отрасль, пострадавшую, да, от пандемии, но тоже еще никто не получил. У меня есть единственный кейс в Сибири, центр получил выплаты, но у них при этом не образовательная деятельность, ведущая деятельность, а организация досуга указана. Может быть, поэтому им вот первым выплатила местные власти. И, ну что, объем для выплаты хватает на половину аренды точки. Ну вот и все. А какая, какая поддержка, на ваш взгляд, была бы адекватной? Вот что реально сейчас могло бы сделать государство, чтобы помочь реально вот этой отрасли выжить? Не трогайте. Как сказал Илья до этого, помешать нам, Скайингу, еще паре игроков давить маленьких игроков. Нет, на самом деле я могу ответить немножко. У меня, опять же, 25 партнерских филиалов, которые, большая часть из них действительно оказались чуть-чуть более подвержены, да, локальным катаклизмом на уровне учеников или подобного, или возможности продавать и генерировать денежные потоки в конкретный момент. Пока ни у кого не получилось получить какой-либо помощи. В итоге все справились своими силами. А вот на уровень как бы большой компании, материнской компании, мы, наверное, заняли обратную позицию. Мы пытаемся сами каким-то образом где-то включиться и где-то помочь, для того, чтобы, возможно, потом понять, каким образом это можно монетизировать или домонетизировать. То есть с нашей стороны мы пытаемся занять как раз обратную позицию, когда мы пытаемся максимально помочь, а потом уже понять, как вырулить. И то же самое, например, вот к вопросу подготовки к ЕГЭ сейчас. Мы понимали, что нам подарили еще фактически месяц, да, в который можно начинать заваливать рынок предложением коротких курсов или еще чего, еще месяц продаж для коротких продуктов, что, в принципе, это, наверное, классно, но вместо этого мы пошли и запустили онлайн-марафон бесплатный, который точно так же сейчас будет идти, и бесплатно готовить старшеклассников к экзаменам в этот последний месяц, потому что я абсолютно согласен с Ильей, и у них уже, ну, как кость в горле, все
это сидит, и эти дополнительные переносы, а потом перенос, который непонятно, когда один человек говорит, потом второй его исправляет, потом третий документ исправляет обоих. Ну, это все немножко не та ситуация, нам кажется, на которой можно танцевать на костях. Понятно, что мы все тут, все представители здесь, это коммерческие компании, и говорить про абсолютный альтруизм, ну, неправильно, нечестно и будет лицемерие. Но фактически мы все, все, большая часть из нас, по крайней мере, сейчас пытается сначала что-то сделать, а потом придумать, как это монетизировать и каким образом вернуть вложенные инвестиции, а если еще и получится что-то заработать, вообще отлично. Но как-то без помощи, наверное. Ну, кстати, насчет поддержки от головной компании. То есть, в принципе, сетевым компаниям, да, франчайзинговым бизнесу или просто крупным компаниям, таким как Skyeng, да, они могут себе позволить на большой объем работы кадистов. То есть, по крайней мере, например, у франчайзинговых точек у них есть очень объемная методическая поддержка от головы, да, от головной компании. Там в крупной компании есть большой методический отдел. Там, в случае вот Slatterland, да, там у вас, ну, не совсем франшиза, но по сути можно считать модель очень близкая к франшизе, это, ну, а-ля методическая франшиза такая, да, то есть есть методические центры, все, методическая работа по переводу офлайна в онлайн проводит методический центр. Подумайте вопрос самостоятельно. Коллеги, продолжим наш диалог. Мы начали разговор о ситуации с моделями франшиз. Вот на примере той, как Дарья определила, а-ля франшизы вашего центра, Ольга, как вы видите сейчас, возможно, трансформацию, может быть, моделей поддержки? Это трансформация будет, наверное, прежде всего в подготовке учителей для онлайн-обучения, потому что то, что мы сейчас имеем, это некий такой, ну, суррогат, потому что есть огромная разница между продуманными занятиями онлайн, созданными именно для учеников, которые готовы обучаться онлайн, хотят обучаться онлайн, да, и вот того перевода офлайновых занятий, которые мы сейчас все делали для того, чтобы вот выжить в этот период. Но явно спрос на онлайн-занятия, он будет расти, и вот в нашей категории детей младшего возраста, поэтому вот задача нас как методического центра подготовить такие тренинги и программу, адаптировать специальный курс для работы в онлайн как отдельный курс, то есть, потому что есть разница между офлайн и онлайн. Вот как бы у нас такая видится нам, что вот эта задача такая есть. Спасибо большое, Оксана, и я передаю слово Дарье. Подскажите, вот каково, вот, Илья, наверное, вот к тебе вопрос, да, каково как раз вот тем репетиторам и там небольшим центрам, у которых нет такой вот головной методической поддержки, то есть как им выживается сейчас вот переведением их продуктов, как они переваривают вот этот объем методической работы? Но здесь я вообще думаю, что рынок – это такое место классное, где те, кто могут выжить, они выживут, а те, кто не могут, они не должны. Поэтому на рынке там той же подготовки к ЕГЭ есть куча компаний, которые… Ну, то есть я так сформулирую. Если у компании есть несколько сотен тысяч рублей вкладывать каждый месяц в методическую поддержку, то, наверное, они сообразят, как перевести свои занятия в онлайн и как потом поддержать своих учеников. Если компания идет по модели, мы наняли какого-то преподавателя и вот сделали нам какой-то курс, ну, и таких центров довольно много, которые просто набирают разных, как бы, наемных людей, они, скорее всего, не переберутся в онлайн, потому что одно дело платить человеку, который просто какие-то там уроки ведет, да, но другое дело делать вид, что этот человек сможет перевести их бизнес в онлайн, то есть они не перейдут в онлайн по такой модели.
Вот, поэтому здесь я бы вообще не переживал. То есть те, кто действительно вкладывается в методическую разработку, они про онлайн наверняка уже думали. И наверняка думали не раз. Поэтому что-то с рынка взять, какие-то механизмы и туда пойти. Платформ сейчас много, вебинарных сервисов много. Zoom доступный, например. То есть если не хочешь делать вебинары, хочешь делать какие-то конференц-колы, то да, ты выручку потеряешь, потому что не все ученики так согласятся работать. Но я думаю, какой-то существенный процент согласится. Поэтому вот я о чем я вообще не переживаю, так это об этом, если честно. То есть тут рынок порешает, это в данном случае... Что? Да, Максим. Да. Для тех, кто не хочет, не готов, не может вкладывать 100, сотни тысяч рублей в методическую поддержку, да, можно прийти... Мы проводим курсы бесплатные для преподавателей, которые хотят научиться преподавать в онлайне. 15 тысяч уже обучилось. И мы не единственные, кто это делает. Мы делаем это на основании своего опыта. Кто-то делает на основании своего опыта. Не обязательно изобретать велосипед и вкладывать сотни тысяч в разработку. Если ты следишь за рынком, то ты понимаешь, чего там происходит. И ты понимаешь, кто из игроков, и чаще всего кто-то там из больших игроков, кто может, кто хочет, идет, делится своими материалами. Тут нет какой-то закрытой экосистемы. Все достаточно открыты, достаточно прозрачны. И можно не изобретать, а взять, воплотить. Приди как учитель к нам на курс, научись преподавать так, как умение. Я хотел дополнить, что безусловно... Действительно, начиная с середины марта, количество бесплатных учебных мероприятий по онлайну, как учить, вот от АЗОВ, там, как вообще поставить Skype, Zoom, что-нибудь еще, вот, прям буквально самые азы, и записи их сейчас можно найти бесконечное количество. Мне кажется, супер важно для таких центров понять, они хотят переждать или они хотят переходить в онлайн. Вот сначала нужно принять именно это решение, потому что если переждать, действительно надо делать супер минимальные вещи, потому что и так денег нет, а еще и сейчас вкладывать что-то, это там, наверное, нерационально, да. Если собираемся переходить, то тут действительно надо взять и срисовать все успешные модели поведения, понять, что из этого сейчас можно сделать, чтобы, как любой стартап, неважно, если там даже центру там 20-30 лет, он начинает новое направление бизнеса, это все равно стартап, да, то есть вот у стартапа две заповеди. Первое, копируй все лучшее, и второе, не можешь быть, кажись. Вот просто эмулируй все, что ты делаешь, все то же самое, что большие ребята, до тех пор, пока не появится слой жира. Не, все так делают, это нормально. Я могу приводить там тысячу примеров. Вот, поэтому минимальные вложения максимально копировать, ничего не придумывать, потому что ресурсов сейчас у большинства на это нет. Александра, вы считаете, что вообще реалистично в текущих условиях переждать и подождать, когда можно будет вернуться к полному офлайну? Да, вообще ко всем вопросам. Вот, что будет дальше? Что будет с этим рынком там, в сентябре? Или если если осенью все-таки будет вторая волна пандемии, то что будет в следующем году? Или те, кто будут преподавать только в офлайне? Или останется либо чистый онлайн, либо смешанное обучение? Слушайте, если на Земле есть человек, который знает, что будет в сентябре, я хотел бы узнать хотя бы его имя, там, бог с ним, даже там фамилию, но хотя бы вот просто знать, что он существует. Да-да-да. Вот. Я думаю, что есть две вещи. Первое, что действительно там впасть в анабиоз, наверное, сложно, да, и там тупо переждать. Поэтому говорю, что надо же делать минимальные действия, которые надо, чтобы переждать. Во-вторых, я абсолютно убежден, что если второй волны кризиса не будет, карантина, то там в сентябре огромное количество там детей, которые ненавидят школу, просто вот одни чешутся от нее, они придут и будут целовать парты и бумажные учебники, потому что они наелись вот этого там странного обучения. И, в общем, очень много людей соскучились по офлайну и будут мечтать просто туда прийти. Поэтому отскок тут точно будет. Вопрос, что если будет эта ситуация продолжаться год, наверное, уже там перегорят люди, и как-то мы привыкнем к тому, что вот мы там делаем эмуляцию онлайна в массе своей. Ну, то есть, по крайней мере, то, что делают школьные учителя, там точно там, не онлайн, но какой-то муляж они там пытаются сделать. Поэтому очень сложно предполагать, но я надеюсь на то, что офлайн будет существовать и дальше, потому что у него есть большие преимущества, которые люди любят. А что думают остальные на этот счет?
Давайте попробуем скорее пофантазировать, попрогнозировать, да, что будет дальше. Это скорее рождает вопрос, за что люди платят, потому что, на мой взгляд, пандемия в целом скрыла, что образование, знаете, вот есть инвестиционные пузыри, вот образование – это пузырь некоторого социального доверия, потому что вот, например, там в Америке сейчас у меня знакомые, кто живут, кто учится, они говорят, что очень большие у них там волнения у студентов, которые формулируют свое недовольство так, что мы платим 50 тысяч долларов иногда в год за то, что в интернете стоит $15 или бесплатно. Вот. То есть речь идет о лекциях онлайн, которые ведут там американские профессора. И тут рождается некоторый вопрос, а за что вообще люди платят там высшему образованию, да? То есть, по сути, неужели нахождение тебя в кампусе, и мы не будем ну, там, врать друг другу, что далеко не все, наверное, 90% студентов не пользуются вот именно этой средой для обучения, они просто приходят, там, кушают, спят, слушают какие-то лекции, уходят домой. Неужели вот само пребывание вот в кампусе стоит таких денег, сколько стоит высшее образование? Вот это, мне кажется, вопросы, которые действительно нужно задавать. Неужели офлайн, то есть физическое место, куда ты приходишь, настолько капитализирует процесс обучения, что оно стоит огромных денег? Это касается и обучения в России, и за рубежом. И вот это, мне кажется, вопрос, который начинает возникать. То есть что такое образование, за что мы конкретно платим, за что мы должны платить и каким оно должно быть, если мы уходим огромные деньги? Ну, это мое мнение, вот я. Ну, сейчас-то в целом вопрос такой полуполемики, да, того, что будет происходить дальше и как оно будет происходить, потому что, с одной стороны, прогнозируют кризис, с другой стороны, уровень покупательской способности, с третьей стороны, понимание того, что будет происходить вообще в онлайне. А те, кто переждет сейчас в анабиозе, когда проснутся, вдруг поймут, что раньше были только там большие крупные игроки и те, кто пытался, а сейчас есть большие крупные игроки, те, кто пытался, и те, кто решил не пережидать в анабиозе, а делать какие-то первые шаги, и он уже там не 13-й по счету, а 74-й. Как это отразится? Вторая волна, не вторая волна? То есть здесь слишком много факторов сейчас, чтобы что-то предсказывать, но определенно, что с одной стороны, доверие к онлайну стало больше, и люди увидели, что он может работать, что он вообще в принципе как формат существует, и в нем можно жить, и это отличная штука, он продвинулся. При этом люди наелись настолько много некачественного онлайна, что вопрос вот этого отката, который будет после выхода в офлайн, он очень сложно прогнозируем. То есть онлайн классно, он есть, он формат, можно в него прям все перевести, целые компании, целые классы и школы, но при этом есть очень разные уровни этого онлайна, и поэтому влияние будет, конечно, интересно. Да? Я бы тоже очень хотел, можно даже не имя, можно первые три буквы имени и фамилии человека, который знает, как оно на самом деле сейчас развернется. Мы там уже скооперируемся и найдем. Спасибо. Оксан, твой прогноз? Я думаю, что вот в части детей младшего возраста возникнет дополнительная потребность продуктов вот, смешанных. Потому что сейчас многие родители младших детей, которые, например, хотели начать обучение ребятишек маленьких английскому языку, но их останавливало, ну, вот это вот, возить куда-то дополнительно, то есть, ну, ограничения вот эти вот технические, доставить ребенка, да, до языкового центра. И сейчас, когда они увидели, что это возможно, будет такая потребность, да, что создание вот таких онлайн-курсов для детей младшего возраста, но в комбинации с офлайн. Почему еще? Потому что маленькие дети очень много пропускают. В любом, да, центре раннего развития, да, дошкольники часто болеют, и групповые занятия становятся, ну, вот такими вот, все время у нас такой есть бэклог, то есть дети, бывает, перейдешь на урок, один ребенок из пяти или шести присутствует. И вот это вот дополнение онлайновым, это вот этот новый формат, мне кажется, сейчас многие центры это поняли, что нужно к этому стремиться, и вот такой продукт создавать и иметь в своем наличии, мне кажется, что такая дополнительная возможность будет здесь. Хорошо, спасибо. У нас есть пара вопросов к Александру, если можно прям очень быстро, там, за полминутки.
Вы 100 тысяч учеников и 3 миллиона. В чем разница между этими цифрами? И еще один вопрос. Какие планы по SkySmart 1 сентября? 100 тысяч учеников – это те, кто берут сейчас платные уроки, 3 миллиона учеников – это бесплатный ресурс, который мы запустили вместе с группой компании «Просвещение» по рабочим тетрадям, чтобы дети могли делать домашние задания, он сейчас не монетизируется. Что с ним будет в сентябре? Если мы не придумаем, как его монетизировать, не будет второй волны карантина, мы его прикроем. Если найдем, как монетизировать, ну, значит, найдем, будем развивать. Хорошо. Спасибо большое. Нам пора прощаться, пора завершать сессию. Благодарю всех участников, всех слушателей, спикеров. Удачи нам всем, да, выживания нашей отрасли. Пусть у всех все будет хорошо. Всем до свидания.